Алло, Костя, привет. Привет. Как жив, здоров? Не разбудил, нет. Не разбудил? Только хотел сказать повиниться. У тебя музыка громко играет, ты празднуешь победу Зеленского? Да нет, там что-то показывают, что-то по телеку. Че, не про Зеленского? Ну, что про Зеленского? Что там, ну, кроме того, что он выиграл, что еще? Ну, не знаю, ты рад или нет. Ну, я не знаю, но он лучше, чем этот дебил был, конечно. Этот был Порошенко, этот такой пидорас, и он уже всех заколебал там. Я его с самого начала Потрошенко звал. Он это урод, блин, он такое, блин, чмо, блин, это просто урод. Ну, а ты дебаты смотрел, нет? Ну, знаешь, да, ты сам понимаешь. Понятно, что Варюга, и нечего ему было крыть, но это тоже будет. Короче, непонятно, что будет, потому что, понимаешь, контролирует процесс Америка, если и там, это вот они уже все это создали, эти националисты, вся эта, блин, публика зловредная, она никуда не делась, и она довольно-таки, так сказать, сильным является аргументом раскола. То есть объединять ему трудно будет, потому что националисты являются этим разделяющим. Мне кажется, все-таки, ты понимаешь, вот Россия должна смотреть на Украину. Как бы то ни было, но все-таки народ пошел украинский, взял и сказал: да блин, пошел этот нахер Потрошенко. Понимаешь, и все, его скинули, никак он не может удержаться. Вот в России это такое невозможно, понимаешь? Просто невозможно. А вот на Украине такое возможно. Не могу, я понимаю, что ты не понимаешь. А вот что я не понимаю, вот может мне объяснить, но блин, потому что... Я категорически не согласен. В смысле? Не согласен. По одной простой причине. Ну как, как ты вот... Смотри, такие как ты, таких много, все эти Мухины и такие вот как ты, блин, критиканы, которые совершенно справедливо критикуют, раз много говна в России, это никто с этим может поспорить. С этим трудно поспорить. То, что вы говорите, что у нас то и сё, и пятое, и десятое, оно всегда. Но вы являетесь агентами наших врагов. Вы враги России, ты понимаешь, что ты враг. Вот тебе раз, ни хрена себе. Если я душой за Россию переживаю, и я враг, что ли? Уже использовали их в 17 году. Россию развалили. Не эволюция развалила Россию, если ты этого не знаешь, а революцию устроили для того, чтобы развалить Россию. Устроили те же, кто и сейчас этим занимаются. Ведь проплачиваются все. Я смотрю, вот конт есть такой ресурс. Ты бываешь, знаешь, такой конт WS. Нет. Ну, как в статейке там, такие как бы независимые, я интересно бывают вещи. Я смотрю в последнее время, там вот таких, как ты, засилье просто. Там нету, там про таких, которые вот. Костя, так это же не просто так. Засилие это по одной простой причине, потому что терпеть дальше невозможно такое дерьмо, которое происходит в России под руководством твоего любимого Путина. Потому что он это не революция развалит Россию, это Путин ведет к тому, чтобы Россия развалилась, потому что все республики типа Урала, Сибири, блин, они скажут: да нахер ты нам нужен, мы не хотим под Москвой быть, мы будем сами своей страной. Вот к чему ведет Путин. Нет, и поэтому я за Путина. Потому что вот таких, как вы, надо, блин, надо к ногтю прижимать. Потому что вы быдло, которое Россию разрушает. Понимаешь? Разрушает. Вы никак, вы... Ага, то есть это я проголосовал за повышение пенсий, да? Да? Да ты, а что, здесь нет повышения пенсий? Почему-то ты не хочешь свергать это канадское правительство. Я хочу свергать канадское правительство. 67. Костя, я хочу свергать канадское правительство. Я хочу... Ты не пойдешь ты никуда, блин. Заткнешься. А Россию свою ты можешь...
можешь, блин, жилу топтать в говно. Ее потру за таких, как ты, ее развалят, если таких, как ты, слушать. Нет уж, пускай будет Путин. Я за путинизма. Я за сильную державу. Да, у нас там воров засили, а когда не было этого? Но что-то он потихоньку с этим борется. И Россия поднимается, а вы этого не видите. Ну, а как она... Подожди, а какие примеры... Это кричат все, это блин, жлобьё и чмошники кричат. Подожди. Россия такая плохая, путинизм, надо там... Так это Запад, вас, блин. Костя, подожди. Кроме криков, ты мне скажи, Россия куда поднялась? В космос. Она что-то изобрела. У Путина, блядь, стоит микрофон Bosch. Почему не микрофон какой-нибудь Ростом, завод имени Ленина? А почему Bosch стоит у Путина микрофон на весь мир? Чё Россия добилась-то за последние 30 лет? Ты вот мне вот этот пример приведи. Там ракеты падают, Илон Маск уже беспилотники запускает. А Россия чё запустила, блин? Короче, ты пропагандист западный. 100%. Хорошо, пропагандист. Измени мое мнение, измени. Расскажи мне, чем Россия добилась чуть-чуть. Да, врагов. Хотя ты можешь этого не понимать. Ты думаешь, ты за Россию, блин, за все хорошее. За все хорошее у нас царя убили, и России пролили реки крови. И до сих пор Россия не может очухаться. Из-за того, что за все хорошее в 17 году нас, блин, опустили ниже плинтуса. Ну, а что царь хорошего сделал для России? А что хорошего сделал для России? А что хорошего большевики делали для России? Ну, может быть, тоже ничего хорошего, но тем не менее, они выиграли войну, они подняли, они Днепрогресс один построили, они запустили Гагарина в космос. А кроме этого, вот сейчас вот этот твой любимый Путин, вот он гордится-то ничем не может, кроме тем, что кивать, что он Наполеона победил, блин. Ну, и что Путин-то сделал хорошего для России? Вот ты мне объясни, большевики сделали, они сгнобили там кучу народу, да. Но тем не менее, они промышленность подняли, они вооружили там, ну я не знаю, автомат Калашникова спиздили у немцев. Ладно, но тем не менее, этот автомат Калашникова пользуется успехом. Ладно, довели там, ну хрен с ним. Запустили ракеты в космос, там у американцев спиздили ядерную бомбу. Ну тоже хорошо, ну ладно, ну пускай. Ну они что-то сделали, а Путин что сделал? Меня вот убивает, меня убивает русский менталитет. Вот у нас народ такой, и вот ты, в общем-то, вот действительно у нас народ скот, блин. Я согласен, да. И он, вот, и он готов идти под убой. Ты представитель вот этого русского скотства. Ты ярчайший представитель. И про психологию. Вы Россию, блин, ненавидите. Хотя кричите, что вы за Россию. Вы скоты, и вас не зря освободили в 17 году. Ваше место у параши, и нужна была элита, которая как что-то за Россию делала. Но Россия, ну элита прогнила и тоже продалась. Она думала, что без царя они что-то это самое на ковер, будет лучше. И осталось, и всех остальных вымело не пной. И у нас нет элиты. А народ быдло, как был быдлом, так вот. Как это нет элиты, быдло. Костя, подожди, как это нет элиты? Национальные интересы не может осознать. И даже вот ты не можешь осознать. Ты живешь на Западе 20 лет, и ты не видишь, какое здесь, блин, это самое. Я вижу, Костя, к сожалению. Это ложь, блин, сплошная, блин. Да я вижу все это, да, и я против того, что говорят всякие там тоже оппозиционеры, которые кивают на Запад и говорят, посмотрите, как на Западе хорошо. Да нихера они не знают, как на Западе хорошо, потому что на Западе плохо. Да, у нас плохо, но что-то я не знаю, конечно. Так ты говоришь, нет элиты, а ты... Ты пойми, что Россия, против России весь мир с ее... исчерпаемыми материальными ресурсами. Все средства информации западного мира и их сателлитов, а весь мир у них на побегушках, все против России. И несмотря на... И наши идиоты, такие вот, как ты и Мухины, они тоже против России, представляешь? Хотя они думают, что они за Россию. И при этом Россия, тем не менее, поднимается. Надо только видеть, а вы не хотите видеть. Вы только на говно обращаете внимание. Ну, Кость, подожди. Костя, подожди. Ты, кроме того, что... Костя, ты, кроме того, чтобы кидать мне оскорбления, чего я, в общем-то... Я тебе говорю, что у меня оскорбление.
заменяет вот это вот скотство наше. Мы Россию готовы утопить всегда. Путинский режим — это лучшее, что может быть, потому что у нас нет нормальной элиты. У нас все. При Сталина, которого здесь все вот возносят, он тоже был дебил, блин. Он тоже был скотина, блин. Он, конечно, он тоже был националист, он за Россию, он поднимал ее. Но он был безграмотный в основном. Он был по-человечески человек ущербный, потому что он никогда не в детстве его били любви. Он был злобный и жестокий, он никому не верил. И кругом кровь и предательство. И предательство поощрялось. Все стучали друг на друга. Дети от отца должны были отказываться. Это у нас тот режим, который нас в космос вывел, о котором многие плачут сейчас. И сидели в лагерях, а при царе не было такого. При царе меньше людей сидело в тюрьмах и меньше убивали, чем при Путине. Чем во времена Хрущева, блин. Во времена оттепели. Ты статистику не знаешь, что все ложь. А нас царя оболгали большевики в течение 70 лет. И до сих пор народ промытыми мозгами Николая Краплавым называют. Хотя кровали и большевиков никого не было. И большевики пришли на их Запад. Они бы никогда не пришли к власти, если бы не финансировал их Запад. А белые, которые пытались порядок навести в стране, их саботировали. Им как бы помогали, а фактически не помогали. Помогали большевикам. В этом тоже у нас в России не знают, что у большевиков все было. Оружие, деньги, блин. А эти белые, блин, сражались там с едва с чем, блин. У них все разнокалиберное. И их просто саботировали. Их не дали им победить, потому что если бы победили белые, пришлось бы Россию записывать в страны победителей во Второй мировой войне. А этого никому нахуй не нужно было. Ты хоть это понимаешь? Я понимаю. До сих пор нас разводят. И причем через наших тупых. Наш народ тупой, блин. Тупой, блин. Меня просто оскорбляют. Что я кричу, потому что меня оскорбляет тупость наша. И непонимание интереса. Как игра идет. Конечно, с другой стороны, все одинаковые люди. Мне и западные хорошие, и русские хорошие. Но вот как наблюдать для политической игры на уровне земного шара, я почему-то болею за Россию. А потому что брат все против России. Весь мир принадлежит этой сатане. Ну смотри, тоже, я тебе скажу... У нас тоже очень много сатанитов. У нас тоже, правильно, у нас элита вся тоже прозападная. Тоже чмошники там все. Но Путин, я не знаю, он тоже, он что там, какая-то часть все-таки пытается Россию... это самое, поднимать, понимаешь? Поднимать. И я не знаю, пока, конечно, не отказались, но может придет, Путин не может найти этот пропасть, потому что социализм уже был, блин, но он не очень эффективен. Ну, Костя, послушай, я тебе... Дай нам разобраться, дай России подняться, что вы все сразу хотите? Это вас специально делается, чтобы Россию опять отпустить. Дайте срок. Верьте в свое правительство. Верьте в Россию. Вот хотя бы верьте. И все. Костя, я что тебе твоими же словами отвечу. Ну подсажаешь людей потихоньку. Ну сажают. Есть же это. Не можешь ты сказать, что нет этого. Из-за вырубки леса, которую ты говорил. Да. И потихоньку находят порядок и с крабами там. Все потихоньку начинают подбирать. И строят у нас. Строят. И в Крыму строят. И деньги вкладывают в Россию. За год построили 30... Костя. С ошибками. Неплохо. Мы только начали подниматься. У нас же 70 лет. У нас горчевого все. У нас только сейчас, и мы не пережили еще у нас бывшие коммунистические, комсомольские, и естественно коррумпированные. Вот. Все тянет, каждый на себя тянет. В общем, такие же, как ты, самые большие горлопаны, их посади везде, они сразу начнут воровать. Костя, ты сам себя слышишь, нет? Наш народ такой, у нас народ, ну что делать? Такой материал, но при этом мы все-таки нам Бог просто дал такую территорию большую. Что они нас никто съесть пока не смог. Хотя пытаются. Они нас уже 17-го года перемалывают. Костя, ты сам себя слышишь или нет? Чего ты говоришь? Ну слышу, ну что, я говорю. Да ты не слышишь. Во-первых, ты не слышишь сам себя. Во-вторых, я пытаюсь тебе что-то сказать. Ты даже меня не слышишь. Ты как глухарь. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Я слышу, но ты ничего не говоришь, что ты говоришь то, что все эти говорят. Наши придурки, хотя они вроде за Россию, я понимаю, что ты не враг России, но по факту ты не работаешь. Костя, я тебя третий раз спрашиваю. В Советском Союзе
можно привести массу примеров, как Советский Союз поднялся и поднял промышленность, индустриализацию. Сейчас путинские живут на том, что построил Советский Союз. И Советский Союз настолько мощно все построил, что они уже 20 лет с лишним воруют и никак разворовать не могут. Настолько Советский Союз мощно все построил. Что построил Путин? Я тебя третий раз спрашиваю. Приведи мне примеры. Твое слово. Достижения. Приведи три. Кроме Крымского моста дребаного. Вот тебе весь ответ. Ну. Что ты хочешь? Чтобы что? Хочу примеры мировые, чтоб ты привел, что Путин построил. Как он поднял Россию с колен, блядь? Чтобы он Волгодонский канал начал строить. Да хоть что. Хотя бы начал выигрывать этот самый Space Race. Че он выиграл там? Космодром Восточный построил, который весь разворовали. Он хоть одного жулика посадил, который ему поперек дороги не перешел. У него вокруг все жулики. Он даже читать уже не... Все, что он говорит, он врет. Это даже видно. Уже дети смеются и кричат: «Путин вор!» Ты слепец, Костя. Путин вор, это то, что спускается этой системой западной. Путин вор, дальше что? Еще что? Что он ничего не построил. Что так. Еще? Что да, что вот эта вся схема, они, это все обстрадывается. И ты все это, на это все сидишь, и все это себе в голову впустил, и дальше подняться не можешь. Дальше не видишь этого. Ну так ты мне расскажи. Я тебя об этом и спрашиваю. Костя, так у меня, поэтому я тебе и звоню. Расскажи мне, что есть хорошего, потому что я вижу только плохое. Сажают у нас. Воров сажают. Какие? Ты не знаешь. Арашукова? Путин не шумит, но есть об этом. Статистика. У нас сажают в среднем по 8, я читаю, по 8 человек в день, по-моему, сажают. Кого? И причем за экономические, это все там, администрация. Так это бизнесменов, которые неугодные сажают. И это самое, и не только неугодных, и почему лишь неугодных. И причем, ну ты видишь, ты сразу баест, сразу подсвят. Ты послушай, об этом как раз таки ваш твой тот источник, который ты читаешь, некого. Кто посадил Усманова? Или какого-нибудь... Усманова? Ну, да потому что это самый большой жулик. Усманов. Ну, же, жулики, кто посадил Миллера? Кто посадил... Все жулики. Вот Улюкаев перешел дорогу, им не так что-то он начал говорить, вот его взяли, посадили. О, гордость, бляха-муха. Ну вот видишь, это... Ну, нет, я не согласен. Это у тебя... Ты не согласен с тем, что Улюкаева посадили? Штампы. Они не фактически. Хотя, конечно, я знаю, что людей сажают ни за что, да, и тоже... Это власть тоже использует административный ресурс. Ну хорошо, что совсем у тебя мозг еще не заплесневел. Тем не менее, я читал статистику, что в основном сажают и штрафы, и не штрафы, а там на миллионы рублей они денег изымают. Ты читал статистику откуда? Вот ты, как ты можешь гарантировать, что это статистика? Ну, эта статистика откуда взялась-то? Почему ты считаешь, что это статистика «Правда во языцах», которую ты читал? Так погоди, ты понимаешь, что контролирует пространство все это самое, которое тебе голову запудривает? Ну, а тебе, а почему ты думаешь, что тебе не запудривает? Ну, потому что это, я верю, что такая статистика... А, ты веришь, вот у тебя вера. А у меня тоже вера. И чья вера лучше? Я потому что я хочу верить в Россию, и я верю в Россию. Да я тоже верю в Россию, но ты веришь с одной стороны, а я с другой. Костя, слушай, мы с тобой говорим о том, вот я с тобой категорически не согласен, что ты меня называешь каким-то... Говорю, это хорошо, не... это хорошо. Да, так я тебе... Ты мозги, и ты видишь только негатив, и негатив же тебя не разрушит. Ну пускай, но я тебе поэтому и звоню, и я... На непродуктивном пути, который ни к чему не приведет. Костя, я очень огорчен, что ты не хочешь со мной провести дебат. Потому что у тебя нету
объективности. Ну так ты переубеди меня, приведи мне объективные факты. Ты отвечай объективно на мои вопросы. А ты не хочешь, ты только говоришь, что я говорю, что я какой-то зазомбенный. Вот и весь твой ответ, ты понимаешь? Потому что ты ищешь только негатив, и негатив получаешь его. Блин, да я не ищу, я его вижу, но я хочу с ним разобраться, с этим негативом. Есть прогресс. Так дай мне эту информацию. И дальше будет, я надеюсь, лучше. А с другой стороны, вообще надо жить в мире с самим собой. Я с собой в мире живу. И мозги себе не пудри всем этим. Да, много плохого, но какое-то движение есть. И движение, по-моему, в правильную сторону. И я верю, что все будет нормально. И ты не самый умный, чтобы тут все это всех решать. И я не самый умный. Костя, я тебе звоню Путин по одной... Путин не самый плохой. Я верю в путинизм. Я путинист! Запомни это! Потому что лучше Путин, лучше жесткий режим, лучше Сталин, чем всякая эта пидорастическая западная шваль, блин. Путин это мягкий Сталин. Вот и все. Ну ты мне не... Ты мне... Кость, мне очень жаль, но ты ни на один мой вопрос не ответил. Вот ты на все мои конкретные вопросы ты перешел на демагогию. В том, что построил Путин? Да. Путин построил более-менее стабильную систему, в которой, кстати говоря... Вот я тебе сейчас расскажу конкретную вещь, о которой ты... Костя, система, хочешь, стабильная система, это тоже демагогия, понимаешь? Это тоже демагогия. Это не демагогия. Это об этом, кстати, говорят. Почему я даже не читаю русские источники? Я вот эти русские источники, там такие козлы, да не козел. Но такие с пробытыми мозгами идиоты, блин. Вот как ты, блин. Вот на русских сайтах. Там даже ничего нет. Я читаю западные, англоязычные источники. Они анализируют, и они нам дают очень высокую оценку. Они говорят, что мы стоим на пороге кризиса сумасшедшего. Весь мир стоит. Америка, у нее сумасшедшие долги на 20 триллионов там, долларов, которые они не могут отдать. И более того, доллар ничем не подкреплен. У них за ним ничего нету, кроме вот этой империи и военной мощи, которая тоже уже как бы шатается. Поэтому Костя, вот у тебя мозги засраны русской пропагандой. У нее нету ничего такого, у нее нету долгов. Да, там наоборот не слишком богато живет. Но ты что предпочитаешь, раздать все деньги, и потом страна была бы это самое не готова ни к чему. Накопили деньги, он пытается что-то дать. Но в первую очередь у нас экономика намного стабильнее на случай стресса, чем другие дубаи, чем западные. У нас нет такого сумасшедшего долга. Раз. У нас тоже начинается строиться и в общем-то этот самый, я считаю, даже иногда думаю, Запад вообще на кого работает? По-моему, на Россию работает Запад. Потому что вот эти все санкции против нас, они для России благо. Потому что русский народ такой, пока у нее, пока гроб не грянет, мужик не перекрестится. То, что нас прессуют, это очень хорошо. Мы наконец там что-то там пытаемся и, может быть, что-то и начнем строить. Потому что от этого мы все покупали на Западе. Правильно ты говоришь, ничего не делали. Потому что у нас такая олигархическая сложилась, это самая элита. А то, что нас прессуют, и Путин заставляет этого олигарха, не знаю, кто успешно или нет, но быть более-менее национальной. Костя, смотри, вот ты мне скажи. Я не знаю, я никого не хочу слушать, я не знаю, что там происходит. Но я верю, что Путин все-таки пытается проводить. И даже у нас элита, она должна понимать, что лучше быть хозяевами в своей стране, чем отдать руководство хозяйства над нашей страной кому-то другому на Запад. Вот ты мне скажи, пожалуйста, вот ты мне скажи, такой я тебе пример приведу. Ты работаешь там в какой-то компании, и вдруг к тебе приходит, значит, ты работаешь в компании, тебе приходит твой директор и говорит, а ты можешь сделать нам, ну вот придумать раутер, который работает лучше, чем мы покупаем, допустим, из Китая. И ты говоришь, да, конечно, вот, да вообще без проблем. И ты говоришь, ну, выделите мне там 100 тысяч долларов, и я вам за год этот раутер сделаю.
Тебе директор говорит, ну хорошо, я тебе верю, ты классный чувак, Костя, блин, ну отлично. И он тебе дает 100 тысяч долларов кредита, и ты сидишь, этот раутер делаешь, на самом деле ты ни хера его не делаешь, а ты сидишь бамбук куришь, блин, и через год, когда к тебе директор приходит, ты ему показываешь макет какой-то, блин, этого раутера и говоришь, вот я сделал, и, ну давайте попробуем, ну он ни хера не работает, блин. И тебе директор говорит, ну ладно, 100 тысяч просрали. Ладно, работайте дальше. Вот тебе такая Чё? Картинка реальна или нет? Так это, слушай, рядом везде, Запад, это всегда везде, это... А что ты хочешь сказать? Что нового в этом? Я не понял. Это... Да потому что в России это везде Россия, вот так вот, да, сделали, Китай, сделали, какой, сделали какой-то... Это Костя! Это, Костя! Что тут нового? Ты хочешь сказать, это красиво? Блядь. Да, в России это есть, а на Западе это тоже тоже рядом. Ты какой-то, блин, какой-то детский лет, это не понимаю, о чем речь вообще? Речь о том, что в России, на Западе, если такое случилось, ты знаешь, что случилось сейчас с Трудо. Трудо, блин, попытался продавить. Ты что, не следишь за новостями, что ли? Здесь сперли какие-то 10 тысяч долларов. Здесь сперли какие-то 10 тысяч долларов. Депутаты, блин, и там их поднимают на вилы, выкидывают нахрен. Сейчас Трудо, у Трудо, Трудо вообще на волоске висит от своей политической карьеры, потому что он попытался продавить там вот этот вот там левелинг, да, монреальскую компанию, да? Да. Ты понимаешь, все. А что в России-то происходит? В России взяли планшет, потратили 100 миллиардов долларов на этот сраный планшет, который стоит там, я не знаю, 110 тысяч на разработку, блин. Все, планшета нет. Ну ладно, ну не получилось, ну и хер с ним. И это сплошь и рядом, начиная с космодрома Восточного и все. Потому что все воруется на самом высоком уровне. Все это видят и ничего насчет этого не делается. И ты говоришь, Россия встает с колен. Как ты можешь это говорить вообще, блин? Да какая нахер революция? Причем здесь революция? Надо просто-напросто всех этих воров и жуликов скинуть. О чем ты говоришь? Ты перемалываешь какие-то дешевые штампы, которые в России, это тоже все известно. И в России с этим борются. Об этом что? А каким образом с этим борются? Кто-то Усманова посадил? Или Миллера кто-то посадил? Или Абрамовича кто-то посадил? Как с этим борются-то? А при чем здесь Миллер, блин? И кто еще? Да потому что это самые главные жулики, банда озерная. Все друзья Путина... А ты откуда знаешь? Кто тебе рассказал? Так ты почитай интернет. Ты же грамотный человек, Костя. Все друзья Путина, это из его кооператива озерный, кто с ним дачу там строил. Все эти пульты, там, Миллеры. Ну и что? Заготовочка. Ну и что, блин. Дорогой мой, это западная заготовочка. Ядрит твою мать. Ты как рыбка купил, захавал, блин, и мне это говно продаешь. Да, люди, которые делают важные дела, они выбирают тех, кого они знают. Ну и что? Я предпочитаю, чтобы он брал людей, с которыми он там в спортзал ходил, чем всякое варье или другое, или каких-нибудь агентов с Запада. Ну и как они знают? Сделали они... Костя, они планшет сделали, они ракеты запустили, все ракеты, блин, советские, вернее, российские падают нахер. Россия уже третья страна, даже не вторая. Кто тебе надо, блин? Ты, блин, жрешь, блин, западное говно и перевариваешь, и мне пытаешься сдать. Да не нужно мне это. Не нужно. Ты иди промывай мозги себе. Ты где же мозги у тебя засраны? Я хочу, чтобы ты мне мозги промыл, но не матами, а фактами. Костя, где твои факты? Факты мне приведи, промой мне мозги, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты мне промыл мозги фактами. Пожалуйста. Приведи мне факты, где Россия поднялась и где она показала хрен Западу. Приведи мне эти факты, пожалуйста. Назови 3 вот сейчас. Ну, промой мне мозги уже. Алло. Не хочет Костя промывать мне мозги. Нечем ему мне мозги промывать.
Наташ, привет! Давай. Подожди секундочку, Ага. Слушай, да. У меня кошка такой, кот. Ну, может, ты видела? Ну, ты же видела, котик мой. Наш, да. На замоке. Ой, ну все, его если не полоскать 10 минут, он начинает орать. Полоскайте меня, погладьте. Я понимаю, да, я знаю. Ему надо было родиться кошкой. А вот он котом родился. Ну, теперь мы мучаемся. Слушай, Натусь, во-первых, я тебя поздравляю. Зеленский победил. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ну, наша Пасха-то на следующей неделе, правильно? Какая ваша? Ну, ладно, ладно. Наташ, ладно. Слушай, ну, смотри, Натусь, ну, я, блин, ну, честно, пионерская. Я вот к этим всем, блин... Понимаешь, это то же самое. Вот католики, христиане, это то же самое, что там украинцы, русские. Вот все это, знаешь, это все политические игры. Ты знаешь, откуда Пасха произошла? Пасха – это праздник весны, то есть это равноденствие. А потом католики придумали, ну, у нас будет Пасха вот этого числа, а христиане придумали, вернее, православные придумали, там у нас будет вот этого числа. Я ничего не принимаю. Да, мы живем в Канаде. Вот у нас есть выходные. И, ну, давай праздновать и радоваться. Спасибо тебе большое. Я очень рада выходными. И празднику тоже мы вчера ходили. Яйца собирали, так что все нормально. Ну, мы яйца не собираем. Мы яйца продаем. Вот, ну, а, ну да, кстати. А, слушай, да, вот это хорошая традиция. Вот. Я тебя, знаешь, что хотел спросить? Я позвонил Косте. У меня, честно говоря, такое немножко настроение упадшее. Я позвонил Косте. Я не помню, я тебе про него рассказывал или нет. Мы с ним вместе в 96-м году приехали в Канаду. И мы самые лучшие друзья, так сказать. Понимаешь? Да. Вот. Но он такой пророссийский. Он просто путинист, знаешь, махровый такой. Я ему позвонил, я говорю: Кость, ну смотри, я не путинист, я против Путина, там, туда-сюда, вот, но я пытаюсь разобраться, что к чему. Он как начал на меня орать. Ты вообще... Он начал обзываться, во-первых, во-вторых, материться. Во-вторых, называть меня западным пропагандистом. Вот, и 5-10, и я ему говорю: ну, Кость, ну расскажи мне, ну что Россия добилась, блин, при Путине, там, я хотел от него какие-то аргументы услышать, но он мне ничего не сказал. Наташ, я просто в трансе. Ну почему вот так вот друзья начинают ссориться из-за того, что какой-то гад Путин, ты понимаешь, пытается вот разделить все вот это вот. Ну скажи мне, а ты мне позвонил, чтобы вот поделиться своим вот этим вот настроением? Да. А тебе могу сказать почему? Потому что Путин для него важнее, чем все остальное. Так он живет-то здесь, в Ванкувере. А вот такие вот они резиденции, понимаешь? Вот эти люди, которые живут за границей, а очень любят Путина. Ну и валите назад. Ну вот подумайте, если правильно или нет. Вот чего вы пользуетесь вот этой вот системой всей, правильно? Пьете вот эту воду, езжайте, блин, в глубинку, там, откуда вы, допустим, приехали, и живите на своей родине. Поддерживайте страну, поднимайте ее вместе с Путиным, если такие уже на самом деле политические эти вот взгляды. Но эти люди, я не считаю, что они на самом деле патриоты. Потому что патриоты, вот, согласитесь, да, они... На Целину ездили там, поднимали там север, правильно? Понимаешь, ну сколько вот Советский Союз, Наташ, ну вспомни, Советский Союз построил охрененное количество промышленности, правильно? Да. Он Гагарина в космос запустил, Советский Союз. Благодаря, конечно. Благодаря, может быть, Сталину там и Берии, понимаешь, это все, ну я не знаю, факты есть, понимаешь, вот. А сейчас-то путинские все живут за счет того, что сделал Советский Союз. Кто построил трубу для всякого Миллера там или Сечина, да, вот эту нефтяную. Они ни хера туда не вкладывают, они только выкачивают. Слушай, ну я просто был шокирован. Я был шокирован. А у тебя такие есть друзья, которые вот за Путина? У меня, ты знаешь, я тебе честно говорю,
У меня политических друзей нет. Ну, как тебе сказать, как-то у меня нет друзей, которые Путины. Ну, про Путины вот вообще вот так. Или про украинцы. Так. Ну, то есть, я не знаю, я вообще политику совершенно не ем. Это у меня, по-моему, только один, который как бы так реально, знаешь, занимается этим. Ну, серьезно. Ну, ты просто не обижайся на него, и все. Ну, понимаешь, как тебе объяснить? Если нужно будет, он не посмотрит на тебя. Ну, то есть он выберет Путина по-любому. То есть дружбы, как тебе сказать? Так он и не смотрит на меня. Он и не смотрит на меня. Он, я тебе, блин, я не знаю, вот он... Мы разговариваем, понимаешь, вот как люди, допустим, разговаривают. Они разговаривают, допустим, ты говоришь какую-то, произносишь свой спич, да? Если я хочу что-то сказать, я начинаю вмешиваться там или тебе там рукой машу, вот давай я скажу, отвечу. Вот, и все, ты замолкаешь и даешь мне время сказать, правильно? Он как глухарь, блин. Вот он начинает говорить и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и бесконечно говорит. Я говорю, Костя, 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 остановись, дай мне сказать. А он без остановки говорит и говорит. Слушай, это вообще... Ну так, а ты хочешь меня спросить, как тебе сохранить дружбу? Да ты понимаешь, я, ну вообще, да. Ну, очень просто. Просто должен его принять таким, как он есть. Я принимаю его, каким он есть. И ради бога, это не первый наш спор, понимаешь? Это не первый наш спор. То есть мы и до этого спорили, и мы спорили достаточно жестко, понимаешь? Но смысл в том, что я ему говорю, ну, Костя, ну, приведи мне примеры. Я тебе привожу примеры с моей стороны. Пускай ты меня считаешь там этим самым... шпионом Запада, и как ты хочешь меня называть всяко разными словами нехорошими про западником, вот. Но, тем не менее, если я тебе привожу факты, опровергни их и приведи свои факты, приведи свои аргументы. Так он ничего не приводит, он начинает говорить, какие тебе нахер аргументы нужны, ты козел, ты балбес. И вы, ты вместе со своими сволочами все ненавидите Россию. Вот тебе и все факты. Ну хорошо, ну а ну почему он не досконалит? И вот знаешь, какой вопрос? Да ты понимаешь, он... Его даже спрашивать бесполезно, потому что мы говорили с самого 90 там, каких-то конца 90-х годов, он не хочет жить здесь. Он не хочет жить здесь, и он хочет уехать, но тем не менее он живет и говорит, да, ну я живу здесь, ну и чё? Ну так получилось. Понимаешь, то есть у него веских аргументов нет, и вытащить его на этот крючок достаточно сложно. Ну, он не дурак, понимаешь. Ты ответил на свой вопрос, он просто такой человек. Он как бы, у него ни на что нет аргументов, он просто эмоционально, мне кажется, очень человек. У него все на эмоциях, и Путин у него на эмоциях, понимаешь, от большой любви там или всего чего-то. И живет он здесь тоже вроде как бы и просто так вот и живет. Так что и кричит он на тебя, потому что эмоции. Он, мне кажется, вспыльчивый человек, эмоциональный. И особенно он не вникает, ему не нужны доводы или факты какие-то. Он совершенно не собирается тебя переоспаривать, понимаешь? Но он просто говорит, что он прав и все. А если не согласен с ним, значит ты дурак. Все. Ответ простой. Получается типа того, да? То есть... На самом деле он не может никаких фактов привести, аргументов. И... Но они ему не нужны просто, понимаешь, совсем. Таким людям не нужны никакие, да, наоборот, ему они не нужны. Потому что все любые аргументы и факты, которые не поддерживают его теорию, автоматически и воспринимаются как негативное какое-то, которое нужно... обороняться от всего. Ну хорошо, Наташ, вот скажи, вот ты, вы когда приехали в Канаду? Очень давно, почти 20 лет. Почти 20 лет, да? Ну где-то в конце 90-х. Вы приехали, ты говоришь, ты из Львова была, да? Нет. Как нет? Я никогда не говорила, что это Львова. Ну, Западную Украину, да. Ну, Западную Украину, ну ладно, там Бендеры или что-то, я не знаю. Ну типа того, да. Вот.
Но смотри, вот ты хорошо говоришь по-украински, да? Ты хорошо говоришь по-русски. Да. А вот как ты считаешь, Зеленский – это хороший кандидат или нет? Зеленский – хороший кандидат или нет? Дело в том, что когда Порошенко становится президентом, он был самый лучший кандидат, окей? Он на самом деле пытался сделать все для страны, он пытался выйти в Европу, он многое сделал. Понимаешь? Ну а что они хотели? Вот он не победил олигарха. Он сам олигарх, он всю жизнь был олигарх. Его жена олигарх. Понимаешь, он женился на ней, потому что там она при, ну, как бы, при власти были ее родители. И он поднялся, понимаешь, он очень умный человек. Он построил бизнесмен тоже самое. И люди, знаешь, думали, Наташ, вот так, Наташ, подожди. Что ты говоришь, он поднялся? Он в правительстве был с хрен знает каких времен. Там... Я объясняю, с тех пор, как он познакомился со своей женой. Молодец, так это было еще в начале 90-х. Так я тебе говорю, я тебе просто говорю его историю. Ага. Он всю жизнь крутился у верхушки власти, благодаря своим, своей удачной женитьбе. Понимаешь, он очень пробивной, очень умный и человек. И когда такой человек становился у руля, то, естественно, вся Украина была за него, потому что все видели в нем кого? Умного, окей, человека, который с деньгами, который у власти, но который хочет для страны хорошо. Поставить его в Европу, понимаешь, тем более Янукович, ну, как-то совсем в другую сторону всех это взял, понимаешь, перевел всю страну до убийства и всех остальных. Поэтому, естественно, Порошенко все поддерживали. Окей? Потом, когда Порошенко пришел к власти, я просто, ну, как бы, сам понимаешь, не слежу за этим тем особенно, но он как был, ну, то есть, человеком, который, естественно, свои деньги никому не отдаст, понимаешь? Так он и остался этим человеком. Ну, так он как барыга был, так он барыга и есть. Как барыга он был, да, так и он остался. Он же люди, да, не меняются, правильно? Ну, конечно. Но, тем не менее... Так, точно так же, как Трамп. А? Точно так же, как Трамп. Хотя я Трампа уважаю, потому что он хоть и барыга, но он за Америку. А Порошенко, я не знаю, он за что. Он за свои деньги нет, только. Я не думаю, что он не за Америку. Нет, я не думаю, кто это, извини. Я не думаю, что он не за Украину. У-у. Я не думаю, что он за Россию. Я думаю, что он все равно за Украину. Да не-не-не-не-не, Наташ, я не говорю, что он там за Россию или за что-то еще. И просто-напросто, вот смотри, я тебе даю сравнение. Трамп, такой слоган сделал. Make America Great Again, понимаешь? То есть он за то, чтобы Америка была сильная и туда-сюда. Он за всю Америку. Порошенко, он за Украину или нет? Неважно, там он за Россию или за Польшу, или там еще. Но на Украину ему, мне кажется, на Украину ему не наплевать. Ему самое главное, это чтобы он свои там богатства набил, понимаешь? Вот я да, запрочу. Богатства для него стали, вернее, остались главным, понимаете? Вот. Поэтому его и сейчас не хотят его поддерживать, потому что народ не увидел президента, которого они хотели увидеть. Окей? А чем Зеленский взял? Во-первых, я думаю, что я очень опасно к нему отношусь. Почему? Потому что я считаю, что Зеленский просто целенаправленно, окей, своими вот этими шоу, которые он делал очень много уже лет, они всегда были направлены против правительства. Любого. Ну, это критика. Нормальная, конструктивная критика. Я понимаю, он критиковал любое правительство. Окей? Но для него не важно было, какое правительство критиковать. Януковича, Порошенко. Не важно, какое. Главное, что он не такой, как все. Понимаешь? И сейчас, когда наступил этот момент, и потом он снял этот как его, фильм «Президент». Помнишь этот? Где президент? Ты смотрел же его, да? Нет, не смотрел. Ну, так должен посмотреть. Ты посмотри. Хорошо, посмотрю. Это же эпопея этого всего Зеленского. Он в нем простой учитель этого самого истории. Выступил он там какими-то там глупыми речами, какими-то матюками почему-то. Его там, и его как-то избрали тем президентом страны. Случайно. И он становится президентом. Он уже играл, уже было 2 сезона этого фильма. Понимаешь, он играл президента. То есть он уже в глазах людей хороший президент. И он в этом фильме, он меняет все правительство, он приводит всех своих людей. Те люди начинают какие-то делать движения, все такое действие. Потом
Это был первый президент, знаешь? Ну, первая часть. Ну, то есть первый... серия. Первый сериал, да. Потом второй был, когда его там посадили, его как бы там, ну, под него начали копать вот эти, как они... Ну хорошо, я депутаты, посмотрю, а ты, депутаты, ты депутаты суть в чем? Депутаты посадили в тюрьму, и потом он опять возвращается, и третий, это второй, это сам, он опять там вот сидит. Народ уже подсознательно видит в нем другого президента. Но у меня к нему очень скептическое время, потому что сильно он красиво стелит. Понимаешь, у него такие, он очень богатый человек, он заработал на этом медиа себе бешеные деньги. У него, насколько я знаю, владелец он этими самыми золотыми заводами. Ну, короче, он какой-то там... Ну, Наташ, Наташ, подожди, а что ты хочешь, чтобы, допустим, страной управляли бедные какие-то люди? А зачем это надо? Бедные люди, наоборот, скурвятся быстрее всего. Я ничего не хочу, я просто тебе говорю, что я не знаю известных... Ну и слава богу, что он богатый. Но, тем не менее, у меня, допустим, есть информация, что Зеленский за так называемое народовластие, понимаешь? И все, что ты говоришь, что он хочет притворить в жизнь, это есть как раз основы народовластия. Это наоборот хорошо. Да, правильно, правильно. И поэтому он делает все так, что народ ему верит, потому что все ушел, были всегда критически. Относились к правительству, которое... Совершенно верно, неважно, правительство... Он всегда выступает против, правительство. Он всегда говорил очень хорошие слова, он всегда очень, ну, как бы, позитивный человек, угу. Он очень, ну, эрудит, он, кстати, у него юридическое образование, то есть он не без это самый, понимаешь? Ну, у него эта команда, которая основное. С ним работает на этом шоу, где на себя депутала, она тоже вся обычная элита. Ну, не то, что там, не все заказчики, не все специальные, какие-то умные. Вот, короче, люди не глупые. Вопрос мой, или эти люди, опять же, не станут такими же, как и все, кто становится у власти, я тебе не могу ответить на него. Поэтому именно вот за это я тебе говорю, что у меня, я не верю в какого доброго царя, потому что любой человек, такой бы хороший не был до того, как он избирался, после того, как он избирался, он становится другим человеком. Ну, хорошо. А вот смотри, я, допустим, поддерживаю такое мнение, что президент это не супервласть, понимаешь? А власть это, в общем-то, парламент. И когда в Раду осенью будут выбираться значит, депутаты, вот здесь, ну, я... В общем-то, всеми руками за Рабиновича, знаешь такого, да, Вадим Рабинович, который говорит, ну хорошо, выбрали президента, а давайте теперь в Раду выберем власть. Президент – это управляющий, а власть – это в Раде. И в Раде, если за житья там выберут всех, допустим, подавляющее большинство, то президент будет, ну, просто дирижером, а играть-то будет Рада. Понимаешь? И вот, ну, тогда наступит настоящая народовластие. А что ты хочешь меня услышать, Глава? Во-первых, я тебя хочу услышать, как ты относишься к Рабиновичу и за житья вот эта вот партия. Я не знаю его политическую стратегию, чтобы обсуждать вот это. Ну, странно. Он на всех каналах, там, 112, 101, One Plus. Я тебе объясняю, что я не занимаюсь политикой. Слова. Хорошо, тогда я тебе рекомендую посмотри Вадима Рабиновича. Это товарищ очень интересный. И ты знаешь, это не анекдот. На самом деле, для Украины это может быть огромный прорыв. Это первое. Второе. Я считаю, что вот вся Россия должна просто-напросто взять, сейчас набрать воздуха в легкие и посмотреть, опа, а что там, ну я не знаю, так грубо говоря, у хохлов, да? Вот. Да, а что там у хохлов, да? Да, а по-настоящему, а что там делается-то у наших братьев-то, они-то, блин, вот взяли и нам нос утерли, понимаешь? И после этого... После, вот в конце 2019 года, я считаю, что, блин, вот посмотреть на все на это,
все-таки свергнут нахер Путина. Я вот думаю, вот так вот. По примеру, слушай, по примеру не Украины. Не поехать ли тебе, не свергнуть Путина. Наташ, а ты знаешь, я, во-первых, будешь смеяться, да? Но, во-первых, я думаю, подать на гражданство в Украине, да? Потому что, да, ты знаешь, я вот сейчас на пенсию выхожу, куда-нибудь пойти, поехать в Украину, там, или в Одессе, или в Мариуполе, там, жить потихонечку с Викушкой. Вот. А во-вторых, а почему бы и нет податься в революционеры? Ну, я тебе скажу, Украина как страна, очень хорошая страна. Да вообще замечательно. Там очень, там на самом деле очень хорошие люди живут. Вот я сколько там жила, я могу тебе сказать, что люди там замечательные. Да, Наташ, я вот, я не буду далеко ходить, я на тебя смотрю и все. Я влюбленный такой. Не, ну да, ну русские тоже, из тех, кого я знаю, замечательные люди. То есть как-то, может быть, мы специально встречаем только самых лучших людей. Смотри, среди эмигрантов здесь люди, они такие очень особенные, понимаешь? Вот. Но когда приезжаешь обратно туда, там можно найти людей всяких. Можно попасть вообще как кур вообще, да? Вот. Но тем не менее, я думаю, что все-таки я двумя руками за то, чтобы Украина была таким испытателем нашей славянской. Ну, не знаю, гидны, как ты говоришь, да, достоинства нашего. Вот. Ну, то, что Украина не вернется уже в Россию обратно, это уже однозначно. Люди положили жизни. Да я бы даже сказал, что нафиг Украине возвращаться в Россию, лучше бы Россия сдалась Украине. Вот так вот. Но... В плен. Так не будет никогда. Почему? Потому что если ты заметил, то Россия всегда отличалась от всех стран умом и сообразительностью, понимаешь, да? То есть они должны были всегда быть другими. Они всегда себя противоставляли другим странам. Вспомни, как нас воспитывали. У нас лучшие земли, у нас лучший воздух, лучше все. Правильно? Нас так воспитывали. И это останется сейчас. И в этом задача Путина. Он это и делает. Вот ты говоришь, он такой-сякой. Да, он такой-сякой. Но он поддерживает этот же самый, не миф, но убеждение в россиянах очень сильно. Они лучше всех. По-любому. И вот в этом заслуга Путина. Что он этим же управляет людьми, которые даже не живут в его стране. Таким, как твой друг, например. Ну, Наташ, это же пропаганда. Чистая пропаганда. Ну какая разница? Он добивается своей цели. Он на самом деле... любыми способами добивает цели, которая ему нужна. Сохранить власть еще на 20 лет за собой. Скажем так. И все. А лучше всего управлять людьми, которые, как ты говоришь, забомбированы. То есть забомбированы. Правильно? Ну все. Ну, опять вот смотри. С одной стороны, так, да, да, но с другой стороны, людей зомбировать нельзя до бесконечности, а? Понимаешь? Потому что, в конце концов, вот смотри, сколько оппозиционных каналов сейчас по всему интернету. Почему Путин хочет запретить интернет? Потому что слишком много растет вот этого всего оппозиционного. Да. Понимаешь? Потому что люди видят, вот им показывают. Вот говорят, а у нас, да, у нас пенсии увеличиваются на 1000 рублей в год. А потом через... полтора месяца говорят, а нет, не на 1000, на 500. А потом еще через месяц говорят, да не 500, да даже не 500, да пошли вы в жопу, блин. Никаких вам увеличений пенсий. Блин, а такие товарищи, как вот мой, да, они говорят, нет, Россия с колен встает. В каком месте она встает с колен? Я ничего не понимаю. Смотри, что ходить далеко. Моя сестра живет в Москве. Они... Она говорит, что Путин имеет очень хорошее
поддержку среди своего народа. Так ты понимаешь, да, я своим, допустим, друзьям звоню, и они мне говорят, что ты нам тут мозги полощешь? Ты прозападный пропагандист. Да. Иди ты нафиг, мы тут сами разберемся. Понимаешь? Правильно тебе говорят. Вова, а у меня тебе вопрос. Почему ты прозападный пропагандист? Мешаешь людям верить в то, что им хочется. Они тебя не запрещают верить в то, что ты хочешь, правильно? Нет, не запрещают. Вот. И не говорят тебе, что ты должен перестать, ну, как бы, быть западным пропагандистом, иначе верить в них. Они просто реально защищают свою точку зрения. А ты пытаешься их в чем-то убедить. Вот здесь не убедишь никогда. Нет, 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 Наташ, смотри. Чего? Тут немножко другое. Я не пытаюсь их убедить. Наоборот, совсем наоборот. Я хочу, чтобы они убедили меня, что я не прав. Ты понимаешь? Вот у меня но есть... они не будут тебя убеждать еще. Не есть мой друг. Не почему не будут? Власти. Ну, если они такие убежденные. Очень просто. Потому что ты ищешь логику, объяснение своим убеждениям, окей? А они не ищут логику, они просто тупо знают, что они правы. Все. Это как верить в Бога или не верить в Бога, правильно? Наташ, это фанатизм. Вот смотри. Это фанатизм. Скажи, что я не права. Люди, кто верит в Бога, никогда ты не скажешь, что Бога нет. Чем бы ты, какими ты там своими логическими их не убеждал. А те, кто не верит в Бога, ты тоже их убедишь, что он есть, потому что они это знают и для себя, и у них они уже сказали это мнение. Поэтому Путин занимается молодежью, он занимается пропагандой, чтобы дети, которые росли сейчас, 100% знали, что они живут в лучшей стране, и у них самый лучший президент, самого маленького, чтобы потом им не нужно было их убеждать, они уже запрограммированы навсегда. И все. Ну так это дети, а мне-то то же самое говорят взрослые. Они становятся потом взрослее, потом еще взрослее, потом становятся такими, как мы. А потом становятся пенсионерами, которые всегда будут за Сталина. Допустим, да? Если они были за Сталина. И никакие им доводы, сколько людей убило, все остальное не нужны. Нету правды в мире. Вова, как бы ты ни искал ее. Правда у каждого своя. У тебя своя правда. У твоего друга своя правда. У меня своя правда. Дело в том, что правда, самая большая правда, Наташ, самая большая правда, это если мы можем вот так вот прийти домой, если у нас есть дом, мы можем прийти домой, вырастить детей, накормить детей и не думать, что завтра у нас придут и что-то отберут, вот это самая большая правда, понимаешь? Все, вот это самая большая ценность общества, когда ты живешь спокойно в своем доме со своей семьей, и ты можешь не бояться, что завтра у тебя это все исчезнет. Вот это самая большая правда, понимаешь? Ты не прав. Вот смотри. Почему я не прав? Вы ответите очень просто. Индусы, они живут кастами. И у них совсем другая правда. Они живут на другой правде. У них, если ты раб, ты рабом родился, ты всю жизнь будешь раб. И это твоя правда. Ты никогда не станешь вот этим разноцветным оранжевым тюрбаном. Ты всегда будешь каким-то белым тюрбаном. Наташ, послушай. Ну просто я тебе говорю, что ты просто со своей позиции правды смотришь. А правды разные бывают в жизни. Наташ, я с тобой абсолютно согласен. Правды бывают разные. Я не собираюсь тебя оспаривать. Правды бывают разные. Да, у индусов своя правда, у нас своя правда. Да. Я говорю про нашу правду, понимаешь? То есть я не хочу быть индусом. Нафиг мне туда ехать. Я хочу жить в своем мире и иметь свою правду. И вот в моем мире я хочу, чтобы у меня был дом, семья, дети, и чтобы они все были сыты, понимаешь? А на индусов мне, честно говоря, наплевать. Я не хочу к ним лезть. Пусть они живут своей правдой. Ну так почему тогда тебе не наплевать на твоего друга или на друзей, которые живут в Москве? У них своя правда.
им там хорошо, а тебе хорошо здесь. Нет, Наташ, совсем нет. По одной простой причине, потому что в Индусе у меня нет ни одного ни родственника, ни знакомого, ни приятеля, никого вообще. И на Индию мне, ну скажем так, чтобы никого не обидеть, мне до нее нет дела. Вот. А в России у меня есть родственники, друзья и приятели, понимаешь? Вот. И я сам выходец из России. Я выходец даже не то, что из России, а из Советского Союза, потому что Украина принадлежала Советскому Союзу, ну, или была в составе Советского Союза. И мне даже не пофиг то, что делается в Украине, понимаешь? И поэтому я за все за это переживаю. И мне на это не наплевать. Ну, и не надо тебе плевать. Ну, ты выбрал свою правду, ты уехал из той страны. Правильно? Наташ, я уехал 20 с лишним лет назад, и я уехал по своим причинам, вот, но то, что делается теперь, ну, согласись, у нас с годами, и, во-первых, у нас меняется мышление, во-вторых, у нас меняются взгляды, в-третьих, у нас меняется то, что, как мы видим, ты посмотри, товарища Невзорова, Сашу, да? Вот, он готов был защищать Советский Союз с оружием в руках. А сейчас он Попов расстреливать готов. Но я не знаю, товарищ Невзоров, это очень яркий пример, что личность, умная личность, с годами меняется. Понимаешь? Вот. Ну я не знаю, я не считаю себя совсем дураком. И поэтому я тебе говорю, что да, я смотрю на то, что происходит, и я делаю выводы, и я готов эти выводы, понимаешь, я готов применить к тому, что я сейчас думаю. Что? Наташ, алло. Ладно. Мы что, мы потерялись, что ли? Где-то. Я тебя слышу, хорошо? Да. Ладно. Наташ, спасибо. Все. Ну, то есть, мне бежать надо. У меня по времени немножко ограничения есть. Ты, короче, это главное, не расстраивайся, хорошо? Ты не победишь войну отсюда. Если ты хочешь что-то менять, езжай в Россию и доказывай свою правду. Они тебя не услышат все равно через телефон твой. Ни твой друг, ни твои родственники в России. Потому что они должны любить твою страну, где они живут, хорошо? А тебе легко ее любить. У тебя тут все прекрасно. Я с тобой, Наташ, я с тобой не совсем согласен по одной простой причине, потому что современный мир, он границы стирает очень сильно. Понимаешь, и мне не обязательно ехать в Россию, чтобы высказать свое мнение. Я могу высказать свое мнение здесь, в Канаде. Понимаешь? И в России его услышат. Когда у человека нечего кушать, то вот кто сытый и сидит там в Канаде, извини, я просто так, знаешь, утрирую, и смотрит через большие розовые очки на другие страны, которые живут в плесневелом доме в России, понимаешь, у которых накапает на голову вода, понимаешь, и они в этим дышат каждый день, и дети бегают. Ну, так же правда, есть. Ну да, ты же они понимаешь, что это тебя правда. Они ненавидят, только потому, что ты там, а они там. Понимаешь? Ну, ты как бы доказываешь себе, Наташ, что Наташ, надо, Наташ. Но ты для них уже автоматически не друг. Наташ, мы говорим не о тех людях, которые маргиналы. Мы говорим о тех людях, у которых есть мозги, которые думают, что делать. Понимаешь? Вот. И вот с этими людьми революция делается не теми, кто не знает, что делать, которые сидят там, беспризорники какие-нибудь, не знают, что есть. А революция делается людьми, которые знают, что делать, и они понимают, откуда и чего и как. Вот, так. А такие люди, они всегда найдут правильный выбор. Потому что ими же и строится история, правильно? Хотя вот возьми Гитлера. Один человек, да, перестроил все. Но с другой стороны, он хотел очень все хорошее для своей страны. Да? Правильно? Он же только за свою страну боролся. Ты про кого? Германия самой сильной страной. Ты про кого? Про Гитлера. Ты знаешь, вот
Интересный момент, ну да, часто Путина сравнивают с Гитлером, но я абсолютно не согласен по одной простой причине, потому что Гитлер-то поднимал свою страну, а Путин, да, он гнобит свою страну. Как можно Путина сравнивать с Гитлером? Я просто говорю, что Гитлер, насколько я смотрела историю про него, да, и документальные факты, и все остальное, то есть с другой стороны, понимаешь, на Гитлера смотреть, на человека, который не смог закончить изобразительную школу, потому что не был талантливым, понимаешь, а если бы его посчитали, что он талантливый художник, он бы не пошел воевать, он бы ушел в искусство, и не было бы ни культуры мировой войны, понимаешь? То есть, опять же, все это настолько случайство случая и всего остального, что и другие там эти факты сложились перед этим, почему он начал это все... Ну, понятно, да, там... Восстановить Германию. Вот, я просто говорю, что it's okay, Вова, не быть согласным. It's okay, что твои друзья с тобой не согласны. И хорошо, что у тебя есть твоя точка зрения, потому что есть на самом деле люди, которым очень нужна твоя точка зрения. И, пожалуйста, высказывай его, сколько ты хочешь. И как тебе удобно, и как можно больше, пускай слышат тебя большие массы. Главное, чтобы ты не расстраивался из-за того, что твои друзья тебя меняют на другие ценности. Вот как раз вот на это ты не должен зацикляться, у тебя совсем другая цель. Ну да, спасибо, спасибо большое. Да, все, беги. Ладно, Натусь, все. Давай, беги уже. Пока-пока, целую. Пока-пока.